открыла выставку «Творческое представление ребят», которая была отмечена на областном конкурсе. Посвящена она истории Великого Устюга и ремеслам, прославившим нашу малую родину. Гости приезжие, щетки, кисти устюгские, покупай, разбирай товар. Тут почистишь, там покрасишь, только так, никак иначе. Бери, милая, не пожалеешь. Выставка работ ручного труда проводится не в первый раз. Здесь представлены вышивка, изделия из бисера, дерева и бересты, мягкие игрушки. Творческая мастерская центра работает на протяжении всего существования образовательного учреждения. На занятиях дети знакомятся с историей и традициями народных промыслов, развивают чувство красоты и гармонии, учатся своими руками создавать настоящие чудеса. Дети представили работы 5 творческих объединений творческой мастерской центра и подарили шефам сувениры, изготовленные своими руками. Все изделия поражают своей оригинальностью, мастерством и вложенной в них частичкой детской души. 2 кружочка, 3 листочка. Вот и композиция. Переход от тона к тону разукрасит вышивку. Просто глаз не оторвать. Вот когда уже все складно, можно нитку закреплять. Встреча продолжилась обсуждением организации летней оздоровительной кампании и участием воспитанников центра совместно с попечителями в областных акциях «На каникулы семью», «Добровольцы детям», «Передай добро по кругу». Евгения Шемякина, Антон Карев, новости провинции.